Здравствуйте, друзья! Очередное веселое путешествие в мир сельского хозяйства и микрофинансовой деятельности. Е-капуста. Смешнее я, наверное, не встречал. Названий, ну, может быть, ХЗ Инвест, да, аббревиатура такая с намеком на нецензурные выражения. Но вот это вот Е-капуста и, соответственно, публика, которая там работает, это, конечно, забавно. Ролик предоставлен подписчикам. Спасибо огромное. Интересный ролик. Давайте послушаем. Алло. Алло. Да, Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Разговор на записи. С кем разговариваю? Замечательно, что на записи компании Е-заем. Меня зовут Антон Романович. По поводу вашего займа, что у вас с оплатой? У меня финансовые сложности. Закрою займ в конце июля или раньше? Нет, в конце июля нас не устраивает. Вы поймите, это же микрозайм, это не кредит. Здесь совсем другие сроки. Сроки уже все вышли. У вас сколько дней уже прошло? У меня нет средств. Ну, замечательно, что дальше, что у вас нет средств. То есть вы взяли деньги и знали, что вы их не вернете, да, потому что у вас нет средств? У меня нет средств, все сказано. Нет, вы не помните, со слухом проблемы? Я вопрос задал. Вы взяли деньги, зная, что у вас нет средств, и не собирались их возвращать? Собиралась, но бывают разные ситуации. Вот такой случай. Но разные ситуации не освобождают вас от платежей. Есть закон, 309-я статья Гражданского кодекса. Компания готова вам пойти навстречу. Вам предоставляется сейчас 50% скидка на пролонгацию на месяц. 6750 рублей. Оплачиваете 6750. 30 дней отсрочки. Штрафы все неустойки приостанавливают. Это предложение мне уже делали, и я от продления отказываюсь. Ну, это очень зря, потому что если вы оформите продление на месяц за 6750 рублей... Вам еще с общего долга 2000 спишут. Ну, спасибо за информацию. Я вас не информирую, я не информатор. Я вам предлагаю эту услугу. Если вы отказываетесь, значит, решать вопрос будем по полному займу с понедельника. Вы этого хотите? Мне все равно. Как хотите, в рамках закона все, что угодно делайте, пожалуйста. Что все равно? Делайте то, что считаете нужным в рамках закона. Идите в суд, обратитесь. Деньги чужие надо отдать, я вопрос задал, вы меня не перебивайте. Я говорю, может быть, деньги надо отдать чужие. Я вначале огласила, когда я их отдам. Еще раз говорю, может быть, деньги надо в срок отдать. Если не устраивает срок, идите в суд, там докажите. Что значит, если не устраивает? Вы кто такая, чтобы нам указывать, что делать? Такая, чтобы указывать? Я вам просто скажу, что у меня проценты за пользование вашими средствами никто не отменял. У меня каждый день денег стоит мне. Долг вам вернется с процентами. И что дальше? А вы скажите, вы вообще себя не жалеете, себя, свою семью? То есть лучше переплатить, да, чем сэкономить? Я правильно понимаю? Ну, я выбрала такой вариант. Это мое право. Ну, какой-то неадекватный вариант немножко. Каждый человек стремится сэкономить в наше время, а вы, наоборот, хотите переплатить. Да, ну и что? Мне вот тоже люди должны. Вот жду, сижу, и вы ждите. Ну и что дальше? Что вам люди должны? Как это связано с нами вообще, что вам люди должны? Если вас не устраивает, в суд обращайтесь. Я вам скажу. Вы неадекватная или вы просто притворяетесь? Вы деньги получили не в суде. Мы с чего должны идти в суд, деньги свои забирать? Я на ваши вопросы разговариваю с вами 4 раза в неделю, как положено, по закону 230. Никуда от вас не скрываюсь, отвечаю. Ну что дальше? Да при чем здесь не скрываетесь? Понимаете, а вы уже за неделю звоните 8-й раз мне, если что. Человек может у вас лимит исчерпан уже. Ваш лимит звонков исчерпан. Вы 8-й раз звоните за неделю. Да хоть 25-й. Вы нарушаете закон 230, если что. Слушайте, вы главная нарушительница закона. Вы еще будете говорить, что мы его нарушаем. Так идите в суд подайте, в чем дело-то. Что звоните-то прям? Зачем мы пойдем в суд? Еще раз говорю, вы деньги взяли где, в суде или у нас? Я у вас взяла, и в начале разговора я огласила свои намерения, что у меня нет сейчас денег. Это не намерение, это чепуха. Дальше что у вас нет денег?
Зачем вы брали займ, если у вас нет денег, нечем отдавать? Вы зачем его брали? А я что, на допросе? Я не буду ни на что отвечать. Да, вы на допросе. Вы да на допросе. Что вы говорите? А да. Вы вообще-то диспетчер на телефоне. Вы не судья и не прокурор. Диспетчер. Мне. Диспетчер у вас дома сидит, чай пьет. Вы диспетчер-автоинформатор. Я раз говорю, диспетчер сидит дома, чай так пьет. Так что я имею право отвечать, может, либо может, не отвечать. Может быть, мать ваша диспетчер. Или дворник, я не я знаю. Я все кто. Сказала. Не нравится, что вы все сказали? Идите, идите. Нет, мы пойдем, мы пойдем в коллекторское агентство. Ой, как страшно, да ради бога, идите, ваше. Серьезно, ой, да вас никто не пугает, почему должно быть страшно? Ваше право, идите, идите. Хорошо, значит, в понедельник встречайте гостей, ставьте самовар, дульки, пряники купите. Ох. И будете лежать день за день суток, возьмете уже 40 тысяч рублей. Друзья, вы слышали подтверждение, что он не только работает в этой Е-капусте, еще у него в башке одна капуста. Цитирую, зачем вы брали займ, если у вас нет денег? Еще раз, зачем вы брали займ, если у вас нет денег? Я надеюсь, он слышит, да, сейчас меня. И я понимаю, что когда он там трындел, он там на эмоциях, на потоке своей значимости выдавал эти перлы. Но задумайся, браток, еще раз я для тебя персонально. Зачем вы брали займ, если у вас нет денег? Весело. Ладно, друзья, если вы не хотите, чтобы вот такая вот публика вступала с вами во взаимодействие, ну, как минимум, не берите вот этой ерунды. Но если и взяли, и не можете отдать, не бойтесь их. Другое дело, что все эти вопросы можно решать в законном формате. И вот что касается практики нашей организации, то вот эти онлайн-займы даже до суда не доходят. То есть, когда мы начинаем работать, они предпочитают отказаться от нас уже на этапе досудебных разбирательств. Ну, вот есть такая стратегия, достаточно успешная, эффективная. Ну, также мы с банками работаем, и с микрофинансовыми организациями, которые не на просторах интернета, а вживую трудятся. И все это, в принципе, не проблема. Это можно лишь обозначить как простые гражданские отношения в формате договора. Вот и все. И правильно здесь автор ему сказал, что если тебе что-то не нравится, то вы, пожалуйста, идите в суд. И не надо тут выдумывать всякой ерунды. То есть нарушены условия договора, если вы считаете, вы пострадавшая сторона, обращайтесь в суд, если вам что-то не нравится. А все остальное, в общем-то, это уже эмоции, как мы с вами слышим. Из этой позиции мы и действуем. Мы выводим своих клиентов в тот статус, когда сам кредитор отказывается от претензий. Ни в коем случае мы не списываем долги. И не надо верить юристам, которые утверждают, что мы спишем вам все долги. Вот другое дело создать условия, когда эти долги будут списаны самим кредитором. Ибо только лишь кредитор может списать вам долг имеющийся, никто больше. Если задуматься, то вы, собственно, согласитесь с этим утверждением. Итак, под видео есть ссылочка на наш сайт в описании этого либо любого другого ролика. Также ссылочка на наш сайт выходит в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Пройдите по этой ссылочке, попадете на наш сайт, посмотрите обязательно видео на нашем сайте. Именно в этом видео рассказывается подробно, все по полочкам разложено, как устроена работа наших специалистов, что мы для вас сделаем, сколько это стоит, какое время займет и так далее и тому подобное. Почему, становясь нашим клиентом, вы обязуетесь перестать вообще вносить какие-либо деньги своим кредиторам. Почему у нас такие условия, это вы тоже узнаете. Ну и, конечно же, мы вас выведем в тот формат, который вам больше всего интересен в жизни. То есть приведем вас к комфортному платежу, ну, тем самым создадим условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Ну и в 50% случаев с нашими клиентами еще в досудебном формате отобьем у ваших кредиторов желание вообще с вами взаимодействовать и предъявлять какие-либо официальные претензии. Подчеркну, официальные. Официальные претензии – это исковое заявление в суд.
Если этого нет, то вы не должник. Статус должника человеку может присвоить только судья. На эти и другие вопросы, на эти и другие темы я записал очень много роликов. Из них уже создан целый плейлист. Если хотите поподробнее на каждом подобном вопросе остановиться, пожалуйста, могу вам порекомендовать этот плейлист «Обращение Кузнецова Дмитрия». Ссылочка на плейлист в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот она. Посмотрите. Ну и вернемся опять к нашему сайту, к нашему ролику, который необходимо посмотреть всем тем, кто решил встать под юридическую защиту, воспользоваться услугами наших специалистов. Все, что для вас нужно в первую очередь, это посмотреть видео в обязательном порядке, для того, чтобы разговор с нашим специалистом после того, как вы оставите заявку на обратный звонок, не был продолжительностью 2-3 часа. То есть основные вопросы, которые у вас есть, естественно, будут иметь ответы, посмотрите это видео и все поймете. После того, как вы посмотрите видео, второе, что вам нужно сделать, оставить заявочку в форме на сайте, корректную заявку, укажите свой номер телефона. Ну и третье, это забить номер телефона, с которого мы вам будем звонить. Он указан в правом верхнем углу сайта. Пожалуйста, эти цифры себе в записную книжку, чтобы вы не пропустили звоночка нашего специалиста. Звонить мы будем в рабочее время, 5 дней в неделю. Мы работаем, кроме субботы и воскресенья, московский часовой поезд. Пожалуйста, не пропускайте звонок, если уж вы оставили заявочку. Поговорите с нашим специалистом и взвесьте все за и против, если они у вас есть, конечно, эти против. Но самое главное, посмотрите прежде видео на сайте. Кликабельная подсказка, еще раз для вашего удобства, выходит в правом верхнем углу трансляции. Вот она. И хватит быть пассивным, нужно над своей ситуацией работать. Это не проблема, это задача. Эту задачу нужно решить. Ну, конечно же, лайк с вас, репост в соцсетях, пожалуйста, чтобы как можно больше количества людей узнали о том, что происходит на самом деле. Оставляйте комментарии, всегда очень интересно их читать. И, конечно же, группа ВКонтакте, ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика есть. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ролики с YouTube-канала там дублируются. Еще много всего интересного есть в этой группе. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиан». Всего вам доброго, друзья. До свидания.